В рамках второго этапа Гран-при России по фигурному катанию, что проходит в Олимпийском Сочи, пришло время произвольных программ тройки лидеров. Вероника Еметова из Свердловской области, из Екатеринбурга, тренирующаяся под руководством Владимира Гнилозубова, уже известна поклонникам фигурного катания. Она победительница финала Кубка страны прошлого года. Сейчас она на третьей позиции. Цирк «Дю Солей». Однозначно сегодня нас девушки радуют своими выступлениями, своими произвольными программами. И сейчас Вероника Еметова на ваших глазах вновь подтвердила то, что в нашей стране, наверное, самые лучшие одиночницы и могут очень многое.
пронеслась сквозь свою произвольную программу Вероника, и буквально вот, да и самый финальный поклон тоже буквально несколько секунд, и уже оказалась за бортиком вместе с своим тренером Владимиром. Тинькофф Банк, которому доверяет уже более 25 миллионов человек, восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Тинькофф желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Продолжает покорять все большее количество зрительских сердец Вероника Еметова. Даже здесь, в Сочи, я сталкивался со зрителями, которые говорили, что в произвольной программе будут внимательнее следить за этой фигуристкой. И даже спортсменки, представительницы других видов фигурного катания, не скрывают, что Вероника Еметова самая веселая фигуристка в стране, самая веселая в раздевалке из всех, кого они видели и когда-либо встречали. Но так вот внешне, со стороны, с нами, со взрослыми, она держится достаточно сдержанно. Вот сейчас проявляет свой веселый нрав. Да. Традиционные сердечки. Почти 137 баллов получает Вероника Еметова, даже без элементов ультра-си в программе. Она показывает, что способна бороться за самые высокие места. Немножко совсем уступает Софье Самоделкиной. Почти 205 баллов набирая, она вторая.